здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Ford Mondeo 2008 года выпуска. Объем двигателя 1,8 литра, DuraTorque. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Двадцать два килограмма. Второй цилиндр. Двадцать четыре килограмма. Третий цилиндр. Двадцать два килограмма. Четвертый цилиндр. Двадцать два килограмма. Весь мотор чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.